Здравствуйте. Сегодня вашему вниманию мы представляем шнековый дозатор модели МДШ-600. Данный дозатор может использоваться как на сыпучие продукты, так и на вязкие продукты. В случае с дозированием вязких продуктов, таких как солевой скраб, вязкий крем, необходимо, чтобы фракция дозированная слегка отстоялась, так как, чтобы она не застоялась в емкости, постоянно работает мешалка. И в процессе перемешивания фракция или дозированный продукт наполняется кислородом. Соответственно, он становится более пышным в объемах. То есть, когда она отстоится, она принимает определенный объем. А дозирование у нас зависит от оборотов шнека и от времени дозирования. Сейчас мы представим вам дозирование. То есть, дозирование управляется при помощи контроллера. Включаем мешалку. Следом показываем. Вот у нас получается при дозировании данной фракции, она немножко устоится и получается вот такой вот объем.